Всем привет! Сегодня мы будем открывать вот такие вот пакетики Лего с Симпсонами. Мини-фигурки. Их у нас 6 штук. Давайте начнем. Это первые наши мини-фигурки Симпсонов. И кто у нас здесь? Сельма! Это же Сельма? А то они там две близняшки, непонятно ничего. Вот. Так. Угу. Номер 11. Здесь непонятно, кто это, Сельма или... Как вторую зовут, я даже не помню. А что она без штанов? Ага, вот такая юбка у нее интересная, бумажная. Криворукий и снова в деле. Два часа спустя. 2 hours later. А еще наш криворукий снова вверх ногами сделал табличку. Поверните к нам. Вот такая вот сеструха Мардж у нас получилась. Открываем второй пакетик. Кто же это? Кто же это? О, это жирный чувак. А как его зовут? Ребята, кто помнит, пишите в комментарии, как зовут вот этого чувака под номером 7. Продавец комиксов. Продавец комиксов. Это чувак, который продает комиксы. Криворукий психует. Ребята, как вы думаете, сколько лет нашему криворучке? Пишите в комментариях. Вот у него тоже книжка, да? Нам сегодня попадаются умные, начитанные герои. Так, второй чувак готов. Так я не понял, как это фигня. Thank you.
Открываем третью посылку. Здесь у нас... У нас повторение. Здесь у нас снова чувак с комиксами. Как так? Подряд прям. Надеюсь, там больше не будет их. Или с Эльм. Вот, зато по-быстрому собрал. О, наоборот теперь. Вот такие два одинаковых у нас близнеца. Теперь эти. И Сэма. Открываем четвертую посылку. Ой, пакетик. Ура! Здесь у нас мелкая. Как же ее зовут-то? А, вспомнила. Мэгги. А у Мэгги есть собачка. Смотрите. Где Мэгги? Мэгги, вот она. Мэгги и ее собачка. Номер 4. Вот такая вот Мэгги. У них глаза с собачкой одинаковые. У всех глаза нормальные, а у них вылупленные. Давай дальше. Открываем пакетик номер 5. Последний. Что? Третий продавец комиксов. Только не это. Мы скупили все такие пакетики, которые только были в детском мире. И где найти еще такие пакетики, мы не знаем. Если вы знаете, подскажите. Так, ставь его к его братьям. Ура, три брата. Итак, откроем шестую посылку, и кто же будет там? Надеюсь, там будет не продавец журнала. Я уже знаю, кто же. Кто же там? Кто же там? Это кто-то новенький? Или нет? Ого! Это же помощник этого злодея. Помощник мистера Барнса. Если вы, конечно, так зовут. Жуть, да. Вот такой номер 15. Вот как его прочитать-то? А, это из той серии, где... Где они продавали этих кукол. Я понял, как... Вместе с... Вот такой вот помощничек получился. Вот такие вот мини-фигурки у нас сегодня попались. Три брата продавщика. Три брата продавца. Мэгги с собачкой. Сельма. И... помощник чувака. Я забыла, как его зовут.
подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть. Всем пока!